Каково это, когда задерживают тебя и твоего парня? Но когда я зашла в камеру на ИВС, и мне сказали, что у меня уголовная статья, то есть я до для камеры на ИВС, я не понимала, что у меня уголовная статья. Я просто стояла и смотрела на них такая, что? <laughs> я вообще не поняла, что происх... произошло. Причем, что сами КГБ сказали, что вы не переживайте, вас отпустят. Знала, как правильно в хату входить? <смех> Нет. <смех> Нет, конечно, я не знала. Я была вообще... Я была как бы и готова, и не готова одновременно, что вот я сейчас выйду, и все. И эта вся история закончилась. Я не могла поверить на тот момент. Всем привет! Меня зовут король Даша. Мне 20 лет, и в общей сложности я провела в СИЗО и на окресть на 4 месяца. Я бывшая политзаключенная. И сегодня я хочу рассказать свою и не только свою историю о людях. О людях, которые находятся за решеткой до сих пор, что их не становится меньше, а с каждым днем число их увеличивается. Об этом нужно говорить, и невозможно молчать, потому что там находятся люди просто ни за что тратят драгоценное время их жизни, их здоровья, время, которое они могли бы провести с семьей провести со своими любимыми, провести на работе или же просто дома, сидя за чашкой чая. Но они этого не могут сделать. И поэтому сегодня я говорю о них. Дарья, почему важно рассказывать про предзаключенных? потому что они, к сожалению, были, есть, будут, и, ну, про это невозможно не говорить, зная, сколько там людей, которые ничего не сделали, по сути, зная, что знают не про всех, не всем пишут письма, не у всех есть родственники, которые могут приносить передачи, которые могут там сидеть на каких-то маленьких передачках или посылочках далеко-далеко, там родственники не могут ездить и так далее. Про людей нужно говорить, потому что повестка дня изменилась, а ситуация в Беларуси все хуже и хуже. И политзаключенных с каждым днем не уменьшается, к сожалению. И многие люди едут на более долгое время, условия изменились. И если мы перестанем говорить, то про них просто забудут. Сегодня мы знаем, что официальное число политзаключенных 1500 человек, да? Но на самом деле ты считаешь больше? Я считаю, что намного больше. Мы недавно разговаривали с моей подругой, с которой мы были на Крестина, о том, что из 20 человек, которые были на Крестина, в Политзеке поданы только 2% то есть поданы только 10% людей. Конечно, скорее всего, это не, нельзя отнести ко всем людям, да, которые вообще есть на политзеке, которые есть в списках и так далее. Но мне кажется, что эта цифра намного больше около пяти тысяч, а возможно и больше. Просто если примерно посчитать, сколько сейчас людей на Володарского, политических, то что в каждой камере не менее трех-четырех людей, ну, это очень большая цифра. И это только одно Володарского. А сколько колоний, а сколько еще СИЗО есть, ну, это просто какие-то невероятные цифры. А почему так получается? Почему мы не знаем всех имен? То есть кто-то не хочет, чтобы его признавали политическим, или нет возможности отправить информацию, что его вот забрали? А, вопрос в том, что нельзя хотеть или не хотеть, чтобы тебя признали полит... политзаключенным? Это первое. То есть, если есть достаточно оснований а, того, что ты преследуешься по политической статье, тебя признают. Но кто подаст эту информацию, вот это уже вопрос. А могут подать, например, люди, которые выходят сидели вместе и вот они подают информацию, что сидит такой-то такой-то человек, его ну проверяют ищут информацию, данные собирают и тогда могут признать, либо же могут подать родственники, но очень многие не подают информацию, потому что боятся э, за за то, чтобы не навредить ни в коем случае, хотя это просто идет запугивание от органов, чтобы меньше признавалось политзаключенным, а когда меньше людей признано политзаключенным, политзаключенными, то меньше внимания Беларуси уделяется, в принципе, на мировом пространстве. Как ты узнала, что тебя признали политзаключенной? Моя подруга вышла и написала нам в письме, что я и еще одна девочка мы политзеки. Ну, она это завуалировала мы договорились о том, как она это напишет, если мы действительно политзаключенные, потому что мы не знали. И она нам написала, что да, вы политзаключенные. Если не секрет, что было написано там? А, Лас, ласточка дог... в небе или еще что-нибудь? Мы договорились, что она напишет нам, что передала шоколадку. То есть она написала наши имена, я передала вам шоколадку. Вот. давай вернемся в 2020 год тебе было 17 лет, ты выходила вместе с парнем на протесты, но дело уголовное завели спустя два года, да? В 22 году. Mm -hmm. Почему так долго это все проходило? Почему в 20 году за тобой не пришли, а пришли в 22 -м? Ну, мне кажется, просто потому что информация о том, что у нас есть фотографии с Маршей и доказательства того, что на нас можно завести уголовное дело, появилось в 22 году. То есть уголовное дело все еще, на удивление, не могут завести просто так, то есть нужны основания на то, чтобы завести нужны какие-то доказательства. В нашем случае это были фотографии в Инстаграм. В Инстаграм. Они были в закрытом профиле и к моему парню на тот момент пришли из военной контрразведки на работу, проверили телефон, оказались фотографии и его и у него забрали технику сначала, а потом через неделю ему сказали, что вы можете забрать технику, мы сейчас приедем, отдадим вам ваш телефон. И забрали его, повезли на обыск э, в его квартиру, где жил он до этого со своей мамой. Потом забрали меня с остановки. Э, просто позвонили и сказали, ожидайте за вами, приедут. И после этого мы поехали на обыск в нашу квартиру. Потом мы заехали за нашим другом э, на его работу. На следующий день привели еще одного друга с фотографией. И вот так вот нас задержали. Ты понимала, что спустя два года на вас могут завести уголовное дело за фотографией в Инстаграм? Нет, и это была причина того, что мы не уехали. То есть, у нас была неделя между тем, как к нему пришли на работу с тем, что вот вас воз, зазимают технику, да, как бы провели осмотр техники. Ему показали, что вот есть какие-то фотографии, и мы знали, что в телефоне есть фотографии. Но провести параллель того, что фотографии в 2020 году могут за это завести уголовное дело. Когда ты читаешь новости, в принципе, и слышишь, что вот есть какие-то задержания, задержали там кого-то, не знаю, в каком-нибудь городе, э, за такую-то статью, ты никогда не проецируешь это на себя. Ты думаешь, ну, я не журналист, я ничего не публиковала, я, ну, кто я? Я обычный человек, ну да, где-то гуляла, наверное, административка. Но когда я зашла в камеру на ЕВС и мне сказали, что у меня уголовная статья, то есть я до за камеры на ИВС, я не понимала, что у меня уголовная статья. Я просто стояла и смотрела на них такая, что? <laughs> я вообще не поняла, что происх... произошло. И вообще я не подозревала, что я поеду еще и в... в СИЗО, окажусь там на 4 месяца. Ну, на тот момент казалось чем-то нереальным. Причем, что сами КГБ сказали, что вы не переживайте, вас отпустят. А в итоге отпустили спустя 4, 4 месяца. С химией домашней, да? Ну, не отпустили, мы убежали. Ну да, но осудили на домашнюю химию. Да. Тебя начали судить за 2020 год, когда тебе было 17 лет. Как сотрудники к этому отнеслись? Ты же была несовершеннолетняя. И, можно сказать, совершила так называемое преступление в таком возрасте. А, вообще, история задержания была очень э, смешная, как я сейчас это считаю. Когда задерживали КГБ, вообще, в принципе, они не занимаются такими делами. И меня привели к двум следователям, которые занимаются убийствами. Они сначала на меня посмотрели, потом посмотрели на статью, потом еще раз посмотрели на меня. Сели вот так вот над уголовным кодексом и сидели читали его, потому что не понимали, что со мной делать. Как бы они первый раз сталкиваются с этой статьей. Они в первый раз, в принципе, <сас> видят, что там, человеку 17 лет. И в этот момент еще параллельно приходила следователь из соседнего кабинета, где допрашивали моего парня и его друга. И она бегала и не понимала, что писать в документах, <саспалит> потому что это было что-то для них новое и непонятное. Каково это, когда задерживают тебя и твоего парня? Просто у меня была похожая ситуация, меня вместе с женой задерживали, да? Вот, тебя задержали вместе с парнем. Что ты чувствовала, когда ты получила первую информацию, что с ним там все хорошо, его не били, что он сидит в соседней камере? Ну, на момент задержания, когда мы еще стояли, нас вот вывели, получается, из кабинетов после допроса, мы стояли и ждали, пока нас заведут на Крестина. Я вообще не понимала, что мы сейчас не увидимся, да, в ближайшие четыре месяца и у нас не будет никакой связи, потому что меня все уверили, что, ну, ты посидишь на Крестина, ты студентка, у тебя сессия, тебя отпустят через трое суток, не переживай. Потом КГБ сказали, что больше десяти мы точно там не просидим, кому мы нужны. И в итоге, ну, у меня не было каких-то эмоций, что вот, сейчас вот мы больше никогда не увидимся, потому что я об этом просто не знала. Потом уже, когда мы приехали на Крестина, я слушала когда выводят на продол утром, выводят людей, чтобы назвать имя, фамилию, чтобы свериться, что все на месте, посмотреть, что в камере все в порядке, ничего нет, никакой запрещенки. И в эти моменты я стояла около дверей и слушала, чтобы услышать фамилию его. И я вот услышала только на третьей сутки, получается. То есть до этого я вообще была без понятия, где он. Я думала, может, его увели на какой-то другой этаж. Но оказалось, что он рядом, в соседней камере получается, напротив. Там идет так, что женское в самом конце с по левой стороне, а мужские две по правой стороне в самом центре. И они как бы в таком углублении, это считаются двумя карцерами. И было достаточно сложно услышать, но потом он понял, что я кричу свою фамилию всегда. То есть, когда меня называют, то я очень-очень громко отвечала, что я Дарья Дмитриевна. И он начал тоже громко кричать: что вот его имя, фамилию, чтобы я услышала, и мы как бы так общались и давали знать друг другу, что вот мы все еще здесь. У вас была разлука на 4 месяца, да? То есть вы 4 месяца не виделись, не пересекались? Ну, получается, мы увиделись на прочтении дела. Когда... суд да? нет прочтение а, про дела когда закрывают дело потом вы садитесь его читать в кабинете ознакомление с материалами дела там садятся все ваши адвокаты все ваши э, все кто есть в деле то есть мы в четвером и вот мы с парнем тогда первый раз увиделись за все это время а потом мы увиделись в коридоре когда он шел на свидание а я шла с прогулки как бы вот мы так вот мельком улыбнулись друг другу и да больше мы не виделись обняться можно было нет нет, на... ну, нет, конечно, когда мы просто вот так проходили мимо и улыбнулись, а когда сидели, читали дело, то можно было только за ручку подержаться. Вот. Окей, хорошо. Давай вернемся к Накрестина. Ты сколько там пробыла? Я пробыла 8 суток. Мне повезло. Я была не все 10. Что ты можешь рассказать про Кристина? Ух. Ты много слышала про это, да? Про это заведение, можешь сказать, да? Про эту тюрьму. Ты попал туда. Так ли это описывали, как другие люди, которые в 2020 году рассказывали, что там избивают место пыток и так далее? Меня не избивали, это первое. То есть, как бы э, никакого насилия не происходило. Мне повезло, опять же таки, да. Абсурд, конечно, но в 2022-2023 году это реально повезло, считается когда я была просто в шоке от того, какие вообще могут быть условия, и вообще по европейским стандартам, да, это пытки. То есть, когда у человека нет спального места, нету душа, нету средств гигиены, нету возможности выйти на улицу, общения с родственниками, то есть это все считаются психологические пытки, когда ты постоянно со светом находишься, да, то есть, если это все совместить, то, ну, да, мы прошли через психологическое насилие. Но я больше была удивлена, когда меня завели в камеру. Получается, меня привели после отбоя. Это было около 10 вечера. Девочки уже уклались а, спать. И когда я захожу в камеру, вижу 8 на 8 квадратных метров. От, ну, захлопывается дверь и встает на меня 12 человек. Я... Просто я не поняла, что происходит. Но еще мне было страшно, что меня сейчас посадят в какую-то камеру, где, не знаю, сидят там какие-нибудь э, 174-е. Это я уже потом узнала, что 174 й не очень приятный контингент. Э, или там за пьянство, за какие-то разбои, наркоманы. Я как бы была к этому не готова. И когда я зашла, на меня встают 12 человек, спрашивают, ты кто? Я такая... Ну, я представилась, как меня зовут. Меня спрашивают, какая статья. Я стою такая, я вообще не знаю, что я тут делаю. Они такие: за что взяли? За фотки. И они просто в один голос такие: 342, приходи. <связывая> типа, ложись с нами, будем спать вместе. Там все такие были, да? Там были все по 342 статье. А ты знала, как правильно в хату входить? <связывая> Нет. <связывая> Нет, конечно, я не знала. Это уже потом мы между собой, когда сидели, нас перевели в другую камеру. Когда я пришла, меня перевели в первую камеру. Она была очень грязная, и там все очень плохо пахло, потому что это не политическая камера. А в политической в тот момент травили клопов, и как бы их перевели на одну ночь в эту первую. И уже потом, на следующий день, нас перевели в нашу шестую камеру. Она называется ⁇ Контрольная, она крестина ⁇ и мы уже тогда начали шутки шутить, кто там что слышал, как в хату заходить, как там, какие фразы есть тюремные и так далее. То есть, что дверь — это тормоза <laughs> и так далее. Кормушка и так далее. Кормушка. Я очень долго учила слово «шконка». Очень долго. Мне кажется, все восемь суток я учила слово «шконка». После Акрисина те, тебя перевели на Валдарского. Ты понимала, что это уже надолго? Уже на тот момент, да. То есть, когда мы... У нас в камере сидела на кресле два юриста, и нам все рассказали, что будет дальше. Одна девушка работала в трудовом праве, другая в уголовном. И как бы мы прикидывали различные варианты, что может быть. И, ну, и все говорили, что Володарка — это примерно 2-3 месяца, не меньше. Ты там точно будешь... Ну, как бы ты туда точно поедешь. Но мне не говорили, что я туда точно поеду. Все были убеждены в том, что меня выпустят, так как я несовершеннолетняя на момент совершения преступления. Э, так как мне было, э, у меня на тот момент шла сессия и экономическая практика в университете после второго курса, и все думали, что меня точно отпустят домой. И я поэтому учила номера телефонов людей, и я до сих пор помню все, что я выучила на Крестина. То есть я вот наизусть запоминала их, чтобы выйти и позвонить родственникам и сказать, что с их э, там, детьми или женами все в порядке, они сидят там в каких условиях и так далее. В итоге тебя перевели на Володарского, ты снова попадаешь в политическую камеру, да? Да. Меня перевели на Володарского на восьмые сутки, причем что не по протоколу и вообще не по закону без каких-либо оснований в этот день это была среда ко мне пришел адвокат и с разговором о том что да могут забрать на володарку напиши список вещей я передам родителям чтобы они собрали на всякий случай сумку скорее всего в пятницу вынесут решение как раз это были бы десятые сутки куда ты поедешь то есть отпустят тебя домой под залог залог там собрали то есть сумму которую назвали она была еще писали на то чтобы отпустили под подписку о невыезде так как я студентка у меня нет визы и так далее, то есть по собрали все мои справки В общем, все думали, что я выйду И он сказал, что вот ждем до пятницы Раньше пятницы ничего не будет И в среду ночью, я уже спала, наверное, как часа два Это было около 12 ночи Я слышу, как открывается мужская камера И называют фамилии моих трех ребят, получается Моего парня и двух друзей И закрывается э, дверь и тишина. И я думаю, что ну все, их увозят, а я выхожу домой. Логично. То есть я ожидала такой вариант, что, скорее всего, они будут сидеть, так как мужчин на тот момент вообще не отпускали. А я поеду домой, буду сдавать сессию и тихенько сидеть, ждать, готовиться с адвокатом к суду. Через пять минут открывается дверь, называется моя фамилия. Я просыпаюсь, я вообще ничего не понимаю вообще как. Все девочки просто подскакивают и спрашивают, а куда ее? И продольный, который меня забирал, он такой, типа, как куда, на Володарку. И меня забрали. И потом, уже потом, когда я сидела в камере, ко мне привели девочку с Окрестина, с которой мы вместе сидели. Ее привели в мою камеру на Володарке. Она рассказывала, что это был первый и единственный день, когда очень многие заплакали на крестина, потому что это была супер неожиданная новость, что даже меня могут забрать на Володарку. То есть вера в то, что кто-то выйдет домой, она окончательно испарилась. Расскажи, как было на Володарского? с кем ты сидела и как ты пробыла там три с половиной месяца, да? Четыре. Угу. Получается, четыре месяца. Меня сразу привели в политическую камеру. И это, на самом деле, как мне рассказывали, на тот момент еще была редкость. То есть, как правило, было примерно... 4 на 2 человека или 4 на 4, там, политические, не политические. У меня была камера на 6 человек, и у меня на тот момент, когда меня привели, со мной было 5 политических из шести. Через два дня девочка уехала на колонию, и к нам привели еще одну политическую. И мы вот таким составом, шесть политических, сидели все это время. И все четыре месяца, да, почти? А, да, то есть у нас были иногда люди, которые приходили не по политическим статьям, но, как правило, это были просто, например, у нас шесть в камере, у нас шесть шконок, и приводят какого-то седьмого человека, он с нами там пару ночей, иногда. Один раз у нас была девочка 10 дней, седьмая. Это было очень тяжело, когда у вас камера и так коробка, когда у вас 6 шконок, и у вас еще седьмой человек. А как вы спали? То есть по очереди или нет? Нет, она спала на полу. И, кстати, на полу ей было очень хорошо спать, потому что шконка, она неровная, и на полу она говорила, что ей отлично. Ну, потому что ровная поверхность, матрас расстилаешь, как бы застилаешь, и все было... Как То, То есть матрас дается, если кровати нет, но все равно матрас дается. Да, ты когда приезжаешь на Володарку, тебе обязаны выдать матрас, там подушку, одеяло, комплект постельного, два полотенца. Все. И ты с этим уже идешь на отстойники, и с этим же уже поднимаешься в камеру. Кто из политических с тобой сидел в камере? А... У меня Но... все были политические. Ну, из медийных или не только медийных, про которых, например, может, вообще никто не знает? А, наверное, самой громкой личностью у меня сидела и сидит до сих пор Оля Петух. А, также я сидела с Полиной половинкой, Викторией Новицкой, а, Натальей Гочеренко и Аллой Павлюч. Вот, мы таким составом очень долго просидели вместе до конца августа, пока Наташу не осудили. А потом она вышла, получается, на химию с направлением, и нам уже привели... кого я уже, если честно, не вспомню. Мне кажется, девочку по делу Зельцера. Расскажи, пожалуйста, топ-3 истории с Володарского, которые тебе больше всего запомнились. А, наверное, первое — это встреча с Почоботом. Когда я выходила, получается, из кабинетов, меня вели от адвоката, а его вели тоже от адвоката из каких-то следственных действий. Мы стояли около стены, получается, ну, лицом в стену, как всегда. И он э, спросил, ну, повернулся и очень тихо спросил, а что такая красивая девушка делает в СИЗО? И я очень так ответила, что, а что такая красивая девушка может делать в СИЗО? И он сказал, что, ну, понятное дело, что на марше выходила 342, я, я такая, да. Вот, иду от адвоката, очень переживаю. Он меня очень подбодрил, поддержал, сказал: Ну, ты не переживай, ты точно домой пойдешь. Сейчас вот тенденция такая, что многие выходят, так что все у тебя будет хорошо. Ну, и потом уже пришел продольный, мы не смогли больше пообщаться, к сожалению. Я не сразу поняла, что это он. Я пришла в камеру, писала девочкам, с кем я разговаривала. Они начали, ну выдвигать версии, но, к сожалению, я просто забыла, как выглядит человек. И потом уже, когда я вышла и увидела какую-то новость с ним, я поняла, что я с ним разговаривала на Володарке. Это первая история? Вторая? А, наверное, Марина Золотова это просто мое какое-то потрясение. Она... я ехала на суды у меня было три судебных заседания и в первый день я вышла с этой огромной сумкой никто не знает когда ты выйдешь домой может быть тебя отпустят и сегодня а в сумке были вещи девочек которые нужно было там отдать родителям и так далее то есть у меня целая сумка вещей не моих и мне нужно ее дотащить она была очень тяжелая и Марина Золотова это увидела подхватила эту сумку сказала я донесу не переживай у меня еще и матрас с другой стороны ну, то есть как бы мне было очень тяжело тащить это все одной и она вот мне помогла поднести сумку, и потом еще три дня, получается, когда мы ждали в отстойниках судов, она меня поддерживала очень, очень переживала, спрашивала, а что тебе запросили, а что парня запросили, а вот как у вас дела вообще, как суд прошел и так далее. Все ли по протоколу, мы с ней как бы общались и на такие темы, то есть ей было интересно, как проходит вот, как у меня проходили суды, для нее это было искренне важно. Мне кажется, что это было так, и она мне запомнилась просто каким-то своим невероятным принятием, и... Это настолько приятный человек, что я вспоминаю ее с огромным теплом, правда. Она настолько располагает к себе и как будто бы обнимает себя и защищает, не, вообще не касаясь. Это, это вообще невероятно. И еще одна история. А, ну, наверное, это моя Оля-петух это моя самая большая боль, которая осталась э, на Володарке. Это человек, который он. Она невероятно сильная. Она сидит уже, получается, год и 10 месяцев. Сейчас у нее проходят суды. Она заканчивает третий месяц судиться каждый день, ежедневно. И это человек, который спустя, получается, она уже отсидела год, я сидела там какой-то третий месяц, когда мне было очень тяжело морально, что я очень устала и хочу домой. Этот человек находил в себе силы подойти, обнять тебя, ничего не говоря, а потом, не знаю, просто сказать, что это все скоро закончится, и ты скоро пойдешь домой. И это человек, который действительно вот, сидит ни за что, и в то же время она может поддержать всех э, одновременно как-то она меня называла Доней в камере, а у меня было с ней такое отношение, как будто бы вот она моя мама, потому что она меня защищала все это время вот, морально как-то она меня поддерживала. Человек, который может, после того, как ему дали еще две новые статьи, прийти, улыбнуться и сказать: Да, пошли они все. И просто сидеть, погрустить один вечер и на следующий день снова пойти тренироваться на прогулку, кушать печеньки и смеяться, шутить. Ты рассказывала еще до интервью про Олю Петух, что она, можно сказать, была смотрящая вас за камерой, и она не разрешала, чтобы камера жила по э, как по зэковским законам, да? Ну, да, она очень не любила это слово «смотрящая», потому что... Нет, мы ее назвали «смотрящая за водой кипящей», потому что каждое утро, чтобы не создавать хаос в камере, пока все просыпаются, застилают кровати, она первая вставала на 10 минут раньше э, вот этого гудка. Без будильника? Да, она, она очень плохо спала, и ей это было вообще без проблем, что она встанет там на 5 минут раньше, на 10. И она вставала и всем грела воду. То есть никто сам себе на чай воду не грел, она всем просто ее ставила, все знали, где чья кружка, и она просто по очереди их нагревала, выставляла и их забирали к себе на шконки, потому что мы кушали все у себя. У нас были такие, чтобы не, раз, не разводить хаос и чтобы все было спокойно, более-менее какие-то правила у нас такие были. Она, да, она была очень против настроена Фени и мы ее вообще не использовали в камере она, мы, у нас была камера, которая ни с кем не общалась, то есть мы жили в своем маленьком мирке, где есть какие-то свои правила, где каждый день убираются, у нас было чисто, у нас было даже уютно, то есть мы как-то все так обустраивали, чтобы максимально был всегда порядок, у каждого было свое место, никто из-за этого не ругался, не ссорился, у нас были свои дежурства, и как бы вот так вот мы существовали все эти четыре месяца. Ты сказала по фене, что такое фене? Просто... Я-то знаю, но наши подписчики не все знают. А Фени — это тюремный язык, на котором общаются, вот, например, шконка, кормушка, продол, это все феня. Вот какие-то слова мы все-таки использовали, конечно, потому что это невозможно назвать кроватью, это шконка. <с> Честно скажу, это шконка. Но вот, ну, да, корпусной, это, наверное, просто как... Ну да, можно назвать, что это феня. Но каких-то слов, не знаю, что там дверь называют тормозами, мы таким не занимались, у нас это была просто дверь мы это называли просто там камера, комната, никак иначе. То есть мы не называли это хатой и так далее. То есть мы максимально уменьшили феню в своем обиходе. Как бы, когда я вышла уже, и мы общались с нашими друзьями, вот моим молодым человеком, но они постоянно использовали феню. Как бы для них это была норма, а у нас нет. Мы... Я очень многих слов даже не знала. И они мне потом уже после Володарки рассказали, как называется кружка, там еще что-то. Как называется кружка? Кругаль. Первый раз слышу. Да, я тоже не слышала. А как общение проходит с другими камерами? Я знаю, что можно как-то общаться, да, через унитаз, через гофру, да, через раковину. Я это тоже узнала после того, как вышла, потому что мы не мы ни с какими камерами не общались. У нас была камера супер спокойная нам хватало нас шестерых, чтобы общаться еще с кем-то, нам это было абсолютно не нужно. Какие-то романы, заводите интриги. То есть, когда камера без рапортов, к вам лучше относится, и любой вопрос потом можно решить, мы как бы не нарывались. Романы, интриги. Расскажи более подробно, что это такое? А, ну, не знаю, в тюрьме может кто-то там хочет познакомиться, завести отношения, кто едет долго на колонию, чтобы, может быть, там, не знаю, расписаться и потом переписываться. Тюремная романтика и так далее. Но... есть такое? А, да, есть, но я тоже об этом узнала потом, как бы вот когда я сидела, вообще даже в мыслях не было, что как можно завести роман через какую-то веревочку или там через умывальник, тем более. А, может, ты пыталась связаться как-то с своим парнем, Не знаю, написать ему? Mm -hmm. Именно вот так вот по камерам нет? Нет, нелегальным способом нет. Мы писали в письмах через родителей, передавали привет. Получается, я писала какой-то кусочек, там передавайте Владу привет, очень там скучаю, люблю и вот так вот оно уходил этот кусочек через две недели возвращался мне ответ и вот таким образом очень долго, но как бы так разрешенным способом, да, то есть в письмах через родителей писались кусочки, и мы так общались. Иногда проходили какие-то открытки, например, он отправлял маме свою открытку, она мне ее пересылала, и вот один раз мне такая дошла с его почерком, что было удивительно. Но мне цензор написала, что переписка между заключенными запрещена. То есть она поняла, что это как бы открытка не от мамы, а от моего парня. Но все равно, как бы какая-то связь тонкая была. Ты четыре месяца пробыла в тюрьме. Чему она тебя научила? Мне кажется, в первую очередь принятию. Вообще в тюрьме испытываешь очень-очень большой спектр эмоций, по крайней мере, я испытала, от ненависти, злости, непонимания до какого-то принятия и даже, не знаю, благодарности и любви, например, к людям, которые приносят которые тебя никогда не видели, волонтеры приносят колбаску, приносят, не знаю, хлебушек, открыточки присылают или какие-то письма пишут. Вот этим людям безмерная благодарность. И правда, это какие-то невероятные моменты, когда ты осознаешь, что человек тебя никогда в жизни не видел, но он позаботился о том, чтобы, не знаю, заморозить колбаску, чтобы она дольше пролежала, чтобы там принести мыло, шампунь и какие-то такие наборы, что явно человек знает, что нести. То есть, скорее всего, возможно, либо он сидел, либо какие-то знакомые сидели. И в такие моменты, конечно, ну, ты восхищаешься людьми, и вера в людей, она просто еще больше просыпается, и ты очень благодарен и с любовью относишься к этим людям. То есть там в камере поддержка чувствовалась извне, да? Да, лично мне ничего не приносили, но я не нуждалась, мне родители и друзья приносили постоянно регулярно передачи, писали письма. Письма мне приходили от незнакомых людей, от, незнакомых людей, да, от волонтеров. А вот, например, Оля Петух, у нее не было такой возможности, у нее родители живут в другом городе, и ей передачи приносили крайне редко. И вот волонтеры об этом узнали и приносили ей передачи на постоянной основе. Это было просто невероятно, не знаю, когда приносят какие-то там кукурузные палочки, и ты понимаешь, что вот это люди заморочились, там купили, принесли, аккуратно это все упаковали, вот. И они даже не оставляли свои номера телефонов или там имя, фамилию, чтобы отправить им ответ или благодарность, потому что им это не надо. Есть такие подзаключенные, про которых вообще никто не знает. Им не доходят ни письма, ни посылки, как сделать так, чтобы мы про них узнали. Ну, наверное, в первую очередь это обращение к родственникам этим людей, что я понимаю, что запугивают, я понимаю, что говорят, что вот, станет хуже, добавят новую какую-то статью и так далее, но просто нужно понять и принять тот факт, что они ничего не могут сделать, потому что на это нет никаких оснований. То, что вы дадите человека в список политзаключенных, и о нем узнают, это сделает только лучше, потому что Международное общество признает этого человека политзаключенным. На одного или двух политзаключенных станет больше. Люди будут больше обращать на это внимание. Ему могут писать письма из разных стран, из разных городов, потому что постоянно происходят акции солидарности. И если родственники или друзья, которые боятся да, по тем или иным причинам подать, начнут подавать людей и перестанут бояться вот этих вот угроз от э, органов, что «мы засудим вашего, не знаю, мужа еще на пять лет», а где на это основание? Не было ни разу такого случая, чтобы начали как-то угрожать или давить за то, что человек попал в список политзаключенных? Я знаю, что есть политзаключенные, которые писали письмо о помиловании на имя Лукашенко. Тебе предлагали это сделать? А, нет, нет. Ну, у меня такая статья, мне кажется, что... Нет, на самом деле. Не нет, задумывалась я... про вообще это? Вообще про это не думала. И не обсуждали в камере, да? У нас была девочка оперская которая очень хотела узнать у Оли Петух, потому что как бы у нее много таких громких статей. Будет ли она писать на помилование? Очень много раз пыталась узнавать, но мы поняли, что она это делает не просто так, и мы ее как бы остановили, и все. Но вот, например, Оля Петух на отрез говорила нет, потому что ей не в чем признавать свою вину. И это действительно так, за что можно писать на помилование, когда ты ни в чем не виноват. Тебя осудили на Полтора года химии домашней, да, твоему парню дали три года. Три года, да. Mm -hmm. Почему ему три, а тебе полтора? Мне дали полтора года, потому что я была несовершеннолетняя, и меня судили как несовершеннолетнюю. Из-за этого мой максимальный срок, который мне могли дать, это и есть полтора года. То есть я получила свои максимальные, вот максимальную цифру. Для него эта цифра была три года, и так как все материалы были найдены у него в телефоне у, да, как бы, и, получается, с его фотографий нашли нас, а, там, на самом деле, было еще много фотографий просто с протеста, там, фотографий людей и так далее, то ему дали три, соответственно, как бы, просто потому что у него все нашли, и у него было больше всех эпизодов. Ты понимала, что вам могут химию дать? Или ты, может, все-таки какой-то процент был, что все-таки ты поедешь в колонию? Я была готова и к тому, что я поеду в колонию. Я рассматривала вариант, что я могу уехать на три года и считала, что так, если я поеду на три года, значит, я выйду, мне будет примерно там 22, чем я буду заниматься и так далее. То есть, если брать по максимуму, я рассматривала варианты, что у меня будет не одна статья. То есть, как бы, когда ты сидишь или листаешь уголовный кодекс и понимаешь, что тебе могут притянуть за уши еще штучки так четыре сверху, ну, ты понимаешь, что ты можешь уехать далеко, надолго, и очень долго не увидеться с родными, с друзьями и так далее. И ты как бы все равно просчитываешь в голове. Мне кажется, все просчитывают, насколько могут поехать. А, адвокат говорил, что да, мне дадут химию. А, я там надеялась, может быть, мне там химию с направлением могут дать. Я рассматривала многие варианты. Я очень переживала за парня, потому что как бы у него была такая ситуация, что и телефон полностью весь проверили, и вот он за собой людей потащил, якобы, да. То есть якобы он там Лидер группы, да? Ну да, то есть якобы вот он это все организовывал и так далее. То есть я переживала, что у него могут быть новые статьи, и он может уехать на колонию. Но я очень надеялась, как бы я готовилась к тому, что я поеду в колонию, но я очень надеялась на то, что мне дадут химию вместе с ним. Вы услышали приговор? Химия? Твои первые эмоции, чувства? После нас называли в таком порядке, что сначала назвали его, потом меня. И из-за того, что я услышала, что ему дали химию без направления, три года у него был запрос на химию с направлением, ему дали химию без направления, и я просто заплакала, у меня слезы градом пошли. Я вообще я не слышала ни свой приговор, ни приговор друзей, мне уже было все равно. Я была просто счастлива, что он э, идет домой прямо сейчас. И потом я подходила, переспрашивала. Получается, закончилось заседание, мы обнялись. И я спрашивала, а что мне дали? И он говорит, что мне дали полтора года, как и запрашивали. И вот, ну, как бы эмоции были просто что очень сильно трясло, очень просто слезы, непонимание того, что ты сейчас выйдешь и наконец-то обнимешь родителей. Это было, конечно, просто какое-то потрясение. Я была вообще. Я была как бы и готова, и не готова одновременно, что вот я сейчас выйду, и все. И эта вся история закончилась. Я не могла поверить на тот момент. После освобождения вы с парнем расписались, да? А, да, мы расписались, получается, через неделю-две после суда. И через три недели мы уехали в эмиграцию в Польшу. Сейчас находимся тут, строим новую жизнь. Решили, что небезопасно оставаться в стране, учитывая, что у нас так досконально проверили телефоны. Мало ли, найдут новую статью. Я наслышалась о том, что могут и перезадержать, могут дать сутки, и я понимала, что я к этому не готова. Плюс, ну, очевидно, что Парню дали три года это получается нам оставалось там 2 и да с учетом того что мы отсидели и как бы 2 и 6 года просидеть дома без возможности нормально работать и выходить в общество мы были к этому не готовы и мы решили что нужно ехать как ты себя здесь чувствуешь обращался к психологам уже хорошо спустя полгода получается я уже более-менее адаптировалась я обращалась и к психологу вот совсем недавно у нас было пару сессий, это был волонтерский психолог, я поговорила просто на тему того, что нужна ли мне какая-то в принципе помощь или нет, я знаю, что у многих может быть какая-то травма, которая не проявляется, я как бы хотела сразу на берегу это все решить, причем что, ну при условии того, что я уже как бы более-менее адаптировалась, приняла, что я живу тут, никогда не вернусь домой, и мы пообщались, она сказала, что я хорошо справилась с ситуацией, и на этом мои сессии закончились. Что нужно сделать, чтобы освободить политзаключенных? Продолжать говорить о том, что люди все еще сидят. Говорить о том, что вообще происходит в Беларуси, за что сажают людей на эти огромные сроки, кого сажают, что сажают и людей с инвалидностью, сажают людей с однодетных матерей или только что родивших матерей, с... без отцов и так далее. То есть говорить о том, какой кошмар происходит в стране, что до сих пор происходят пытки по, да, если брать европейские стандарты, чтобы повестка дня не изменялась, и люди знали, что до сих пор репрессии продолжаются, они только-только процветают, и все больше сроки увеличиваются как говорят, в тюрьме потолки растут. Это я тоже услышала на Володарке, когда приехала. Мы эту фразу больше никогда не использовали, но я ее очень хорошо запомнила наверное, на эмоциях: говорить и продолжать говорить, подавать людей на политзека и не останавливать то, что процесс уже запущен. Процесс идет, к сожалению, медленно. К сожалению, да, мы все думали, что мы выйдем два раза на улицу и все изменится, но ситуация немного другая, поэтому нужно продолжать. Веришь, так, веришь ли ты в то, что Лукашенко помилует всех? Вот недавно Романа Протасевича он помиловал, да? Может ли он всех помиловать политзаключенных просто сказать? выходить? Нет, я уверена в этом нет, потому что то, что с каждым днем ты слышишь, что еще больше задержали людей за какие-то новые новые статьи, то, что сейчас задерживают еще за какие-то новые комментарии, и еще за какие-то новые донаты, ну, как бы, нет, у меня нет веры в этого человека.